Всем большой привет! Сейчас я буду готовить корейское блюдо кукси. Я уже здесь все подготовила. Нарезала капусту вот так вот. Огурцы полукольцами. Нашинковала редьку дайкон на терке. И нарезала только соломкой мясо. Капусту с огурцами вначале нужно посолить. Посолим и пусть стоит минут 10. На растительном масле жарим лук до мягкости. Это пойдет на капусту половина и половина пойдет на огурцы. Добавляем черный перец, кориандр, красный перец, сахар. Уксусную эссенцию 70%. Чеснок. И сверху жареный лук. Так, половину оставим на огурцы. Размешаем все в горячем масле, специи. Уже пошел вкусный запах. Теперь можно все перемешать. Все, один салат приготовили. Огурцы заправляем почти так же. Черный перец, кориандр, чеснок. Соевый соус. И жареный лук. Многие в огурцы добавляют еще уксус, но нам почему-то не нравится. Мне нравится без уксуса. Острый перчик. Все, вторая закуска готова. Болтаю, а камеру включить забыла. В общем, редьку дайкон готовить очень легко. Ее нужно прожарить до мягкости. Долго жарить не надо. Добавляем черный перец, кориандр, чеснок и острый перец. И все. Да, и еще солим по вкусу. Теперь на растительном масле будем жарить мясо. Добавляем соль, кориандр, черный перец, давленый чеснок и будем жарить до готовности. В процессе добавим еще острый перчик и жарим, пока не дожарим. Мясо готово, все, продолжаем готовить дальше. В кукси самое главное — это заправленная вода, которая называется куксимури. Куксимури — это вообще идет главная основа в кукси. Для начала добавляем соль. Так, посолили. У меня тут рядышком весы, поэтому все точные пропорции будут в описании. Теперь добавляем сахар. Затем соевый соус. Уксусную эссенцию 70%. И все хорошо перемешиваем. В конце добавляю немножко яньми, это такие белые кристаллики. Куксимури еще можно добавить укроп мелко нарезанный, помидоры мелко нарезанные, огурцы можно добавить. Так, все, куксимури готово, теперь осталось сделать последнее. Берем 4 яйца, наливаем немножечко масла растительное, все хорошо взбиваем и будем жарить блинчики. Thank you.
Теперь варим тонкую длинную лапшу до готовности, и затем ее нужно промыть холодной водой. И вот столько всего наготовили для одного блюда. Большую чашку я набрала Вове. Вообще кукси удобно кушать с больших глубоких чашек. Можно даже сказать с тазиков. Ну, потому что в этом блюде много всего, и в глубоких чашках, в таких больших, удобнее мешать. Вот. И также в кукси добавляют кочетирими. Это жареный острый перец на растительном масле. Ну, хотя этот кочетирими добавляют не только в кукси, но и в разные супы. Он такая остренькая добавка. Все, теперь осталось только подать. Берем порцию лапши и будем выкладывать все закуски по кругу. Теперь кладем немного кочетирими, немного кунжутного масла и кунжутные семечки. Дальше наливаем куксимури. И вот такая вот вкуснятина получается. Теперь все это нужно перемешать и скушать.